Слухай, Микола, ну ты ж классный плиточник. Ну якая без тебя бригада? Ну? Не, не поеду, так ладно. Это небезопасно, рискованно. Тьфу. Да тут все без подману. Я ж тебе показывал. Вось, в газете объява шукают рабочих. Транзитный микроавтобус до станции Дальногорск отправляется про 3 хвилины. Я объявам не веру. Я Карачели не веру. Там кепского не пораете. Добрый день. Горячая линия, слухаю вас. Бывай. Коли вы вырашили працаваць за мяжой, позвоните спачатку на бясплатную гарачую лінію. Усе звонкі ананімныя. Конфиденциальность гарантуется. Алло, Микола, да поможи! Дошли гроши до хаты вернуться. Обдурили, як детей малых. Микола, и это, никому не рассказывай. Сором на неек. Треба было слухать твою горячую линию.